Сашеньке 3 года и 4 месяца, родилась 26 мая 2011 года. Сейчас. Да, она была такая же коммуникабельная, активная девочка, которая легко вступает в контакт как со взрослыми, так и с детьми. Как все девочки, которые хорошо развиваются. Куклы, посудка, мячи. Подвижные любят, любят двигаться, играть с мячом, что соответствует возрастной норме ребенка. Любит фрукты, как и все дети. Они любят, может, спать в обед не любят? Нет, спать они тоже любят. Ну, если хорошо двигаются, если хорошо активно играешь с детьми, то спать, в принципе, без проблем дети. У нас да, все специалисты, психологи, логопеды, физкультурные работники, дефектологи. В общем, детям, и Саше в частности, уделяется много внимания. Речь у нее хорошо развита. Вот на возрастную норму она соответствует полностью. Предложения простые, даже 3-4 в составе слова. Она дифференцирует цвета. Соответствие, устанавливает взаимооднозначное соответствие по цвету. То есть, если это красная ложечка, значит, будет красная кружечка на красной тарелочке. Вот. Даже уже обобщающие слова, уже такие, как посуда, вот, например, там, кастрюлька, там, это самое, какой группе предметов относится к посуде. И это тоже она уже... Счастье отцовство, материнство, как все дети. Что самое главное, заботиться о ребенке, а потом ребенок начинает отдавать то, что получает.